Девять ставочкой, готовьтесь, а вы будете нервничать. Итак, чемпионат коптеров. Это соревнования по управлению квадрокоптерами. И начиная от маленьких мини-коптеров, заканчивая большими коптерами до 550-го класса. Несколько категорий соревнований. Есть соревнования между мини-коптерами, они должны пролететь на скорость, должны сбить воздушные шары и должны доставить груз в банку. А коптеры, которые большие, которые будут гонка на камере, они должны пролететь дистанцию на скорость, преодолевая препятствия.